қандай өнер көрсетесіз бізге? Өлең айтамын, бірақ ағылшын тілінде. Жарайды енді олды. Орындайтын әнім «See a chandelier». Кеттік ал. Don't get hung, can I feel anything? When will I learn? I push you down, push you down. I'm doing for a good time, come when it's pouring now. But you now do, babe, feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. Drown them back, they're like whiskey. I'm gonna swim from the chandelier, from a chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna lie like I don't put the chain. You must treat the child. Айжан, красавец, очень душевное, трогающее, тронувшее меня личное исполнение. Ты молодец. Айжаночка, вы что плачете? Почему? Боже мой! Боже! Давайте поддержим аплодисменты. Мне кажется, что у Айжаночки что-то там собралось. Очень много вопросов, да. И она выразила это все в песне. Ну, и сейчас идет выход. Это хорошо. Это очень здорово. Вы понимаете, что ваш первый дебют, он такой грандиозный, он любимый. Вас уже любят. Ну, неплохо, Айжан. Ты хорошо спела. Тембр такой бархатный. Мне понравилось. Для первого раза очень хорошо. На самом деле, я ждал, вот, что сейчас ты на припеве заедешь так. Я скажу, вау, у меня вот просто, как говорится, шляпа слетит с меня. Кішкене лирический болғаннан кейін фальцетпен алғым келді, да? Я, мен оның бәрін түсіндім. Кішкене қобалжыдым. Я қобалжыдым, да. Поэтому сцена такие вещи не прощает. Если ты выходишь... Ты должна была спеть так, как в последний раз, и больше никогда не появишься. А вот если ты заставила нас поверить в это, и все бы очень здорово получилось. Я желаю тебе успехов. Я говорю тебе «да». Я Айжанке скажу «да». Она сладкая. Я говорю «да». Спасибо. Я как самый злой дядька. Да, скажу тебе «нет». У тебя три «да», один «нет». И ты проходишь следующий тур. Спасибо. Отметки. Поздравляю. Талантливый человек талантлив во всем. Просмотреть видео – это тоже талант. Будьте с нами.